Всем привет! Кто не ожидал меня увидеть сегодня, тот купился на первоапрельскую шутку. Я снова с вами и готова рассказать прогноз погоды на ближайшие выходные. Суббота обещает нам переменную облачность без осадков. Столбик термометра днем покажет плюс 13 градусов, а ночью плюс 6. В воскресенье облачная погода будет держаться до самого вечера, без осадков. Днем столбик термометра покажет плюс 14 градусов, ночью плюс 6. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.